Ну что же, друзья, 12 марта 2013 года. Я решил поймать машину, но потом подумал, что зачем это делать, потому что у нас Z-бар. И сегодня в этом замечательном заведении будет, как вы думаете, что сегодня будет происходить в Z-баре? Я не знаю. Она не знает, правильно. Откуда же ей знать? Как вы думаете, какой сегодня день? Вторник. Вторник. А число? 12 марта. А как вы думаете, у кого сегодня день рождения? Честно, не знаю. Вы знаете Катю Гусеву? Да. Добавить нечего. Спасибо вам большое. Давайте зайдем и узнаем, что же будет здесь происходить сегодня. Давайте узнаем, как настроение у Арины, которая сегодня вместе с нами. Как у тебя дела? Нормально. Что мы будем делать дальше? Пойдем наверх. Точно. Погнали наверх. Какое у тебя настроение? Ну, у меня сегодня, помимо того, что оно солнечное, конечно же, радостное, потому что пришли все мои самые обожаемые люди. И вообще, первый я не ждала. Я думала, что все придут после 8. Представляешь, 6 вечера, а все уже начинается. Да, это только начало. Тем более, у меня такой фантастический ведущий Роман Кеннеда, суперкрутой оператор Константин Чеботаев, который, кстати, прилетел из Америки, отложил свою съемку, которая у него должна была быть в Атланте, и приехал сюда, чтобы снять мой день рождения. Оставайся всегда такой, как солнышко, яркой, сочной, красивой. И пусть от тебя идет такая энергетика позитива. Я очень хорошее настроение. Я очень рада, что сегодня мы отмечаем день рождения дочери. Шестока забралось много гостей. Оставайся всегда такой же теплой, весенней, красивой, женственной и безумно сексуальной девушкой. Желаю, чтобы все твои мечты, самые сокровенные, стали в этом году явью, а на смену им пришли новые, более глобальные. До встречи, Катя! Сам я без нее.